Всем привет. Итак, сегодня у нас распаковочка сумки. Мамульке тут сумку заказывал. Ну что, приступим сразу. Не будем резину тянуть. Или там кота за яички. Все забываю, короче, заехать купить нож. Та-дам! Упаковано как, вот, мне уже нравится, как запаковано. Вау. Вау. Йоу. Прям все точно, прям практически, как в описании. Я не знаю, я не смотрел ручки, замки, все вот это вот, все дела. Какие там вот эти вот петельки, я не смотрел на сайте. Я сразу пошел распаковывать. Смотрите, какая штука есть. Офигенная. Это, короче, пакетик с воздухом. Вот. Ну да ладно, перейдем к сумке. Здесь у нас, что, ручка вот такая с бантиком. А, не с бантиком, это резинка. Китайцы, как всегда, всякие подарки ложат. Вообще материал. Вообще материал нормальный. Вот эти вот всякие, конечно, ну, такие. В принципе, пойдет. Вот. Крепежи все эти, крепкие. Так. Материал сам нормальный. Нормальный материал. Тут какая-то еще бумажка лежит. Спасибо вам за покупку. Ну, пожалуйста. Вот, всякие тут дела, вот такие всякие штуки. Я, короче, в этих сумках не соображаю, вот, в принципе, сумка как сумка. Я думал, что она побольше будет, но что-то она какая-то маленькая. Но, по-моему, у нее размер на сайте написан больше. В принципе, что, все, замки застегиваются и расстегиваются. Все, надеюсь, мама довольна будет. Ссылка в описании на нее будет. Кому интересно, с виду качество нормально, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, в принципе, все.